далеко, 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 далеко. Ускакала в поле молодая лошадь. Так легко, так легко, так легко, так легко. Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Далеко, далеко, далеко. Они, уважаемые гости, сегодня действительно у нас праздник 90 лет поселку Забойскому. Вот, и в этих рамках мы решили провести турнир. Этот турнир мы проводим уже второй раз в памяти Владимира Терентьевича. Вот, вам выпала такая большая честь. Я вас с этим поздравляю. Хочу, чтобы сегодня победил сильнейший. Владимир Терентьевич очень любил лошадей, занимался этим видом разведения. Поэтому мы решили проводить этот турнир. Будем как можно чаще. Вам желаю успехов и всем забайчанам с праздником. Это топ-фотка, она должна быть на Остап приглашается Двигутанова. Афанасенко приготовится. Двигутанова. Закончил маршрут, имея 4 штрафных очка. Он следующий круг не допускается. Остается все меньше. Без штрафных очков Афанасенко. Очередной участник следующего круга Сергей Рыбин. Падалка на старте. Падалка четыре штрафных очка на третьем барьере. Вот это наше. Вот это наше. Это не звонит, это не страшно. Никто не боится. Мы не покорилась высота нашей девочки. Ну, бывает и такое в спорте. Идешь жаловаться в судейскую, что ли? На этом мы заканчиваем, вернее, закончили уже свои соревнования показательные. Если что не так, извините нас, но мы старались от души сделать вам приятно в честь вашего праздника. Спасибо большое.